Ассаляму алейкум, эфирде заман, ноябрьнын 27-сы, Карымыш Халинын 1369-ынчы күнү, студияда Мавиля Мухтарова, чалышам. Ишгал этилген Карымда качырылган Ирвин ве гайып болган дегер инсанлар кайда? Ле кайтка алмаганлар бүгүн бул суалнын Киевдеги Русия элчиханасы янында топлашты. Бул акция бир жылдан зияде ЭРАЙ Крымсоз Тешкилаты тарафындан кечирили. Онын векиллери Кырымда гайып болгон инсанлар акында соңку хабарларына айдынлаталар. Үч жылдан зияде девам эткен Кырым ишгали вактында 40 инсандан зияде гайып болду. 6-сы ойлуу табылганы да базалары уйдурулган дабалар боюнча АПСКе капатылды. Лекин эң азындан 18 кырымлынын тагдыры белли дегел, уларнын арасына Дүнья Кырым Татар Конгрессы Ижра комитетинин азасы Эрвин Ибрагимов да кирем. Оны кечкен сене барде Бахчы сарайда качырдылар. На данный момент мы не знаем про 16 зниклих, вернее, насильницьких зникнень на территории Крыма. Сьогоднішня акція називається «Нам тільки запитати». Нас не чує Російська Федерація, незважаючи на те, що ми кожного разу до неї звертаємось. Було б наївно полагати, що від того, що ми виходимо, там щось перестанет робити Російська Федерація, вони як-то по-другому це будуть вести. І, наверное, для нас найважливіше – це каждый месяц напоминать о том, что есть люди, которые похищены, и еще есть люди, которые спрашивают. И будут спрашивать до тех пор, пока не найдется. Центов ве якала вақтында қырымлыларға не япачағына айталар. Қырым бірдемлігінің оқшылары ұсулиет тевсиелеріні азырлады. Оны қырымлыларға дайымы янында тұтмаға тевсие етелер, бұндан да ғайры олар үшін геже күндіз чалышған телефон баға ашылды. Оның вастасынен оқшылардың ярдымыны бедава алмақ мүмкін. Қырым бірдемлігінің топлашуы вифат еткен вечие қашқаға бағышланған дуа еле башланды. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Эта памятка она будет в виде в ламинированном виде вот её можно будет носить в паспорте то есть каждый из нас вот так в карман её положит и при ситуации может достать посмотреть и вести себя соответственно Я хочу сказать, чтобы вы были внимательны во всех своих правоотношениях с кем бы то ни было. И прежде чем у кого-то что-то просить, с кем-то встречаться, с кем-то заключать какие-то договора, подписывать бумаги, вы сначала проконсультируйтесь с юристами. Бір кішілік пикетлерде іштірак еткен 8 қырымлы полицияға шақырылды. Бұны адвокат Эмил Курбидинов білдірді. Оларға қаршы мемури жинайет ішілегенлері үшін ішілер ашылған екен. Октябрьнің 14-інде қырымның фархлы көшілерінде фаалер Русияның мұсылманларға қаршы япқан репрессияларыны тоқтатмақ талабы еле бір кішілік пикетлерге шыққаны да. О күні 49 инсан тұтылғаны да. Несмотря на то, что это были одиночные пикеты, таким образом пытаются, я не знаю, привлечь людей, которые вообще, не нарушая закон, вышли и выразили свое мнение. О дне судебного заседания будет дополнительно сообщено в этом районе. Европа, Америка ве Канададан бірқач авалиманында инсанлар Кремль эсірлеріні беклей, лякин кімсе. Келмей. Нафиле Беклев халқыра акциясы Қырымлы Александр Кольченконың доған күнінде олып кетті. Оны Русия махкемесі терроризмде қабатлап 10 жылға АПСКе алды. Киев жуляны авалиманы қаршылап залы. Бу инсанлар шымдылык келіп оламағанларыны қаршыламақта. Левхада истиляжи девлет ханунсыз АПСКе қапатқан сияси мобюстлерні адлары көстерілі. Петро Выговский оғлы Валентин Беклей. Оны ижғалет етілген Қырымда 2014 сенесі сөзде самооборона хадимлері яқалады. Сонра оны Русияге алып кетіп, жасызлықта қабатладылар. Она 11 жыл АПС жазасы берілді. Жду сына своего из России. Ну, мы зараз ходим на родичи, ходим на все акции, сами их организовываем, потому что... Ну, влада вам бы что-то робить, я так думаю, что робить. Надеюсь на цель. Ну, мы таким
засобом намагаемся допомагати їм. Київ акціясының іштиракчілері арасында Мар'яна Беца, Украина тыш ішлер назірлігінің спікері. Мы на всіх політико-дипломатичних рівнях робимо все можливе для того, щоб звільнити наших громадян, які на сфабрикованих обвинуваченнях утримуються в Російській Федерації в окупованому Криму. На Филиппек Лев Украина акциялары Львов ве Одессада кечерилді. Мне хотелось бы думать, что можно себе представить такую ситуацию, когда мы сможем так встретить кого-то из них. Крым татар адлары олган Лев Халар эн чок Чехия Джумхуриятның авалиманында олды. Иштиракчилер арасында Русия ресамы Антон Литвин. О, Кремль сиясетіне қол тутмағаны себебінден буерде булуна. Я, конечно, поддерживаю любую борьбу и любое сопротивление с политикой Кремля. Как во внешней политике, так и во внутренней. Уж кому, как не россиянину, быть там и пытаться взять на себя, собственно, если не вину, то, по крайней мере, огонь и показать Европе, что не все русские безумны и поддерживают Путина. Бу акция тешкілі атчылары Капутин арекетыдыр. Оларның тешебесу или Прага авалиманында Кольченканы ательге алып бармақ үчін автобеклегені ақында илян сеслендірілді. Марне очікування на Филиппек Лев халхара акция Варшава, Бухарест, Хельсинки шерлерінде кечерілді. Бу акцияға Канаданың Торонто шеріндегі Крым татар джемат эрбаплары да қошылды. Америка Бірлешкен Девлетлерде кечерілген акцияға анда бұлынған Святослав Вакарчук да қошылған. Океан Эльзы тақымының башлығы Сан-Францискода на Филиппек Левде Александр Кольченканы бекледі. Риана Алиева, Заман, АТР. Александр Кольченконың алы финала шабуны сәси мөбюсінің анасы білдірді. Оның айтханына көре Александр Пек азды. Оның бойы 190 сантиметр олса, шымды чекасы 62 килограмм олған. Кольченконың анасы достлары еллаған мектуплеріні о алмай деп білдіре. Александр Кольченко 2014 сенесі майы сайында Русия аққұрыйджылары тарафында Нақмежетте тұтылғаны да. Ове Алексенцов ярымадада теракт азырламасында қабатланды. Кольченко 10 елға, Сенцов өсе 20 елға азатлықтан мару мұтылды. Москва махкемесі Роман Сущенконың незарет алтында қалма мұддетіні январының 30-на қадар ұзатты. Русияда жасуслықта қабатланған украин журналисті адвокаты Марк Фейгинге бас қойып алғанын айта. Фейгиннің өзі Facebook сайфасында жазғанына көре декабрь айында оны адвокат статусындан мару мәтежек олалар. О, Эминке Роман Сущенконың давасы Бияз Русияда тұтылған дегер украина журналисті Павло Шаройконың давасына бензежек. Оны мемлекетнің Девлет қапсызлығы комитеті жасуслықта ве Украина істіғбараты үшін чалышқанында қабатлады. На него здійснюється тиск, так, щоб його усунути, як захисника Романа Сущенка. Тобто так, це можна назвати тиском в даній ситуації. Тим більше тиск на батька здійснюють психологічно, в тому, щоб він зізнався, пішов на співпрацював зі слідством і зізнався в тому, що він не здійснював і не робив. Бияз Русия Девлет қапсызлығы комитеті Украина журналисті Павло Шаройконың жұмхуретте Русия арбе объектлеріні тақып әтмесінде қабатлай. Бұақта Бияз Русия күлеве қабер васталары яза сұрғуда Павло Шаройко Украина істіғбаратының қадзім олғанына таны екен. Павло Шаройко Бияз Русияда жасуслықта шекленіп яқаланды. Журналист октябрының 25-інден берлі Минскте несарет алтында қала. Америка Бірлешкен Девлетлері Донбастағы Бірлешкен Милетлер миссиясында Русия іштиракіне қаршы чыға, бұны Американың Украина векілі Курт Уолкер айдынлатты. Донбаста Бірлешкен Милетлер барышы миссиясы ерлештірілсе, оның еркенінде Русия ватандашылары олмамалы, о Донбаста сербез тарекет етмелі ве Русия сыңырының Украина тарафына контрол етмелі. Литвания Украинаға 2 миллион евролық сілі әдейі етебіле. Бұақта Литвания мұдафаң әзірлігі әзірлаған үкіметінің
Ханулейхасында айтыла. Висиханын элевесінде қайд етіле ке Вильнюс Киевке 7000 тензеде Калашников автоматы аманаман 2 миллион патрон 80 тензеде құршын аты жеве бір қач майын аты жіберечек. Бұл ханулейхасы Литванияның Малиен әзірлігіве тышышлер әзірлігіне беріле. Эльксифер Литвания Украинаға 2014 сенесі селя бергенеді. Мемлекетнің мұдафан әзірі Литвания үкіметі Украинаға өлдіруже селя бермеге тұрышачағына білдіргенеді. Сурияда Русия ве Асад ордусунун ава дарбелери нетижесинде 70 тензеде инсан алак болду. Олардын арасында 21 бала бар. Женеванын Сурия музыкерлери башламаздан бир кач күн өгүнө Русия ве өкмөт ордулары Ислам Девлети террорист тешкилатына ужумлерине куветлештирди. Дайыр Эс-Заур велиетине 4 күндөн бери атеш ачыла. Владимир Путин Башар Асад эле курушуп Сурияда арбий тедбирлер аманаман екүнленди деп билдиргенеди. Беш футбол такыма, бір кубок ве халқларының достылығы. Киевде Исмаил Гаспринский футбол турнирі олып кечті. Левхамызда буақта тавсилятлы жаттариф етілі. 7 яшында айшы Сабадан футбол ойынына баға. Кечкене қырымлы самими дұйғыларына кезілемей. Құрантасынен берабер, адалет қырым татар футбол такымына қол тұтмаға келді. Чтоб они размяли свои ноги, чтобы они быстро бегали, если там что-то упало. Мы очень часто ходим на футбол. Такымлар арасында Түркия, Азербайджан ве Араб эмирликлеринден мусафирлер бар. Тешкилетчилар дейки, бу биринчи, ама кесен-кес соңкы турнир дегил. Онын шаары халкларынын достугудур. Зарождалось, если честно, очень давно провести такой как провести кубок дружбы, да, между тюркскими народами и в целом вообще между национальностями. Призы – это кубок Исмаила Гаспринского с гравировкой и мечи, и также дополнительные там атрибуты. Сонка Саниге Кадар, турнир фаворитлера Адалет, Крым Татар Такыма, Ведоломит, Киев Такыма, Ярышлаштылар, Киевлилер, Дорт и Кай Сабынин, Галип Чехта, Капачи Дмитро Ракоплера, Кучлеве, Ляих Улгананайта. Узнали о турнире буквально недавно, за пару дней, и пригласили представлять Украину. Ребята, несмотря на счета, все равно старались, выкладывались. Приятно с такими людьми играть, которые относятся серьезно к своему делу. Крым татар такымынын капитана келечек турнир туган күнешле кезлевде өткерилежегине үмүт этем. Я хочу, чтобы все мы вернулись в Крым и поддерживали спорт в первую очередь. Потому что там есть много молодежи, надо развивать. Галиплер кубок ве медальлерна Эльми Умеровдан алды. Меджлис рейсынын муавин осыны футбол мухлисы деп саймай. Лякен Крым татар такымынын ойынына качырмады. Футбол ойыны тек спорт дегіл, топлашмак үчүн гүзел бір имкан улганын айта. На этот турнир пришел с удовольствием. В первую очередь спорт всегда сближает. В такое трудное время, как сейчас в Украине, в этом есть просто очень большая необходимость. Турнирге мешур Крым татар фельсифечесі Вемаревчы, бірінші Крым татар газетасының тесісшісі Исмаил Гаспринскийнің ады берілді. О, кележе Крым татар миллиарикетінің демократик анинелерінің темеліні қойғаныды. Дарина Иванютенко, Ильдар Исматов, Заман, АТР. Шымдалек, бұл соңқы хабарымыздыр. Яңы хабарлерінің саат 3-те украинже сейретіңіз. Құрышкенже.